Невыкарыстанне раменёў бяспекі падчас паездак у аўтамабілі адна з прычын гібелі і ранення людзей у дарожна-транспартных аварыях. За прыкладамі далёка хадзіць не прыйшлося. Падчас чарговага рэйда супрацоўнікі ДАІ затрымліваюць адразу некалькі вадзіцеляў. Ну, считаю, что необходим, просто спешка. Иногда забываем, я здесь проехался буквально километр. Немножко подзабыл, расслабился. Ну, вот так получилось. Для себя своя же личная безопасность. Дороги скользкие, помогает, говорят, в случае несчастных ДТП, всяких случаев. Рейдовые проверки ДАИ проводят и на автомобилях громадянского выконания. У них установлены специальные приборы контроля хуткости, есть база данных о водителях, позбавленных права керования транспортными сродками. Об тем, на во что користаться раменями под час руху, автоматоры добро разумеют. Помогает при дорожно-транспортных происшествиях, как бы защищает. Пристегивают постоянно, автоматически уже как бы в привычку вошло. Надо напоминать, некоторые как бы забывают, но надо напоминать. Положительное мое отношение – это безопасность. Пассажиры у меня всегда пристегнуты. Пользуемся бустером. Администрационная отказность за непришпиленный рамень безопасности тягнет за собой штраф и на водителя, и на пассажира до одной базовой величины. Коли такое нарушение выявлено повторно, до трех базовых величин. Каждый участник дорожного движения, как и водитель, так и пассажир, несут индивидуально. Если автомобиль не пристегнут пассажир, ответственность несет как водитель, потому что он должен, согласно правилам дорожного движения, обеспечить то, что пассажир, находящийся в транспортном средстве, должен пристегнуть ремень безопасности. Выполнение пункта правил 23.2, которым гласит, что пассажир обязан быть пристегнут в автомобиле, оборудованный ремнем безопасности. Также пассажир будет нести индивидуальную ответственность. Юрий Печур, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».